Всем привет, с вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю киш лорен, французский открытый пирог, также его называют лоранский пирог или лотарингский. Все готовится очень просто и быстро, и получается очень вкусно. Я буду использовать уже готовое тесто, можно использовать рубленное тесто или слоеное. У меня упаковка на 230 грамм. Я буду его печь в формочке 28 сантиметров. Разворачиваю тесто и выкладываю в форму прямо с пергаментной бумагой. Таким образом нам потом будет его легче извлекать. Накалываю тесто вилкой, чтобы оно при выпечке не пузырилось. Полное количество ингредиентов и способ приготовления этого теста я вам оставлю в описании под видео. Чтобы тесто не пузырилось, также нам нужно выложить на него сверху груз. Для этого складываю пергаментную бумагу в 4, чтобы нам было легче ее выкладывать. Затем складываю ее в треугольник и обрезаю лишнее полукругом, вот таким образом. У нас получился круг, я его разворачиваю и выкладываю сверху на тесто. Вот видите, получилось очень удобно. И сверху выкладываю груз. У меня это злаки. Можно выложить любые бобовые. И ставим выпекаться в заранее разогретую духовку тесто ориентировочно на 20-25 минут. Выпекаем до золотистой корочки. Температура духовки должна быть разогрета до 200 градусов. Затем займемся начинкой. Для этого нам понадобится либо бекон, либо копченая грудка. У меня это копченая грудка, 200 грамм. Выкладываю ее в сковороду. Нам ее нужно хорошо обжарить до золотистости, чтобы вся жидкость испарилась. Многие готовят это блюдо и с курицей, и с колбасой, и с разными колбасными изделиями. Готовьте с чем с тем у вас есть. Но это уже будет не киш лорен, а другое блюдо. Обжаренную копченую грудку выкладываю на салфетки, чтобы впитался лишний жир. И хорошо промакиваю салфетками. Натираю твердый сыр. Сыр в оригинальном рецепте киш лорена не нужен, но с сыром получается очень вкусно, поэтому я его добавляю. Теперь приготовим заливку или заправку для киш лорена. Для этого в емкость выбиваю 4 яйца. Смотрите еще больше рецептов на моем канале. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. И подписывайтесь на мой канал. У меня рецепты вкусные, проверенные и очень нужные в обиходе для всей семьи. Яйца нужно хорошо взбить венчиком. К взбитым яйцам добавляю молоко и сметану. Сметану можно заменить сливками. Добавляю соль, черный молотый перец, немного мускатного ореха, и все хорошо тщательно перемешиваю венчиком. Можно перемешать миксером. Я для верности перемешала погружным блендером. Перемешивайте тем, чем вам больше нравится, тем, чем вам удобнее. Заливка готова. Тарт испекся, достаю его из духовки и убираю груз. Испекать предварительно тарт нужно обязательно, чтобы он хорошо пропекся перед тем, как наливать в него заливку и выкладывать начинку. Выкладываю начинку, хорошо ее распределяю по всему тарту и сверху наливаю половником заливку. В это время можно уже поставить разогреваться духовку на 180 градусов. Посыпаю сыром тарт. И ставлю выпекаться тарт в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 45-50 минут. Тарт у меня запекался в течение 1 часа в итоге. Я его вытащила и отдаю ему остыть. Затем буду его перекладывать на тарелку и вам показывать. Посмотрите, какой красивый, загорелый и ароматный получился у нас киш лорен. И получается он очень-очень вкусный.
Такая вкусняшка на ужин или обед – это просто находка. Все смешал, поставил в духовку и забыл. Вот такое чудесное блюдо. Надеюсь, этот рецепт вам понравился. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии и отзывы. Подписывайтесь на мой канал, а я всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки и до новых встреч. Пока-пока!